Что касается капитального ремонта общего имущества, то реализация областной программы в предыдущие годы осуществлялась фондом капитального ремонта за счет средств собственников помещений в домах. Четвертый год подряд работы не выполнялись своевременно, переносились на следующий год. Так, в 2019 году ремонт был выполнен только на 5 домах общего котла из 61 по плану, это 8%. Такая ситуация стала, к сожалению, системной. При этом уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 84%. Это один из лучших показателей на территории Саратовской области. Для решения проблемы мы неоднократно выходили с инициативой правительства Саратовской области по передаче данных полномочий на местный уровень. И вот с 2020 года администрация приступает к осуществлению функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества на квартирных домах, собственники помещений, в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. Уполномоченным органом определено муниципальное казенное учреждение управления жилищно-коммунального хозяйства, и первые 14 аукционов уже объявлены. Буквально на прошлой неделе Канатов Павел Степанович отчитывался по данному вопросу. Надеемся, что аукционы будут проведены, контракты заключены, работы проведутся своевременно.